Саранча съедает урожай. В Оренбурге из-за этих вредителей погибли сельхозкультуры на площади почти 5000 гектаров. Об этом сегодня сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на пресс-службу губернатора области. Несмотря на то, что из-за большого количества саранчи во всех районах и городах области еще весной был введен режим чрезвычайной ситуации и на полях проводится специальная обработка, саранча уже погубила сельхозкультуры в 28 хозяйствах 7 районов области на площади 4700 гектаров. Специалисты подсчитали, этими насекомыми сейчас заселено порядка 415 тысяч гектаров угодий. На одном квадратном метре при этом в среднем насчитывается 42 саранчи.